Егерхайское сельское поселение продолжает активно развиваться благодаря участию в различных программах, направленных на улучшение качества жизни местных жителей. В последние годы здесь было реализовано несколько значимых проектов, которые способствовали созданию комфортной среды. Одним из ярких примеров является строительство двух детских игровых площадок в рамках государственной программы бюджетного инициирования. Эти площадки стали местом для активных игр детей. Кроме того, создана парковая зона, ставшая популярным местом для отдыха как жителей, так и гостей поселения. Здесь регулярно проводятся развлекательные мероприятия для молодежи, создавая атмосферу дружелюбия и сплоченности. В этом году инициативная группа поселения приняла решение продолжить реализацию программы развития. В планах строительство тротуара, который соединит парковку сквера по улице Советская с улицей Гагарина, ведущей к школе. Это улучшение значительно упростит доступ к образовательному учреждению и сделает передвижение по поселению более безопасным и удобным. Работы по строительству выполняет подрядная организация ИП «Хаконов» из Хачимзийского сельского поселения. К строительству приступили 6 дней назад. В течение 2 дней производились земляные работы. Протяженность тротуара составляет 600 метров. Через 6-7 дней планируем закончить, уложить асфальт и навести порядок, чтобы после нас было красиво, жителям нравилось. Сколько человек задействовано? Задействовано 4 человека, на данный момент 1 единица техники. В срок укладываемся даже раньше, поэтому все идет по плану, все идет по сроку. Программа предусматривает софинансирование от жителей в размере 400 тысяч рублей из общей сметы в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Такой подход не только способствует развитию инфраструктуры, но и вовлекает местное население в процесс принятия решений, что является важным шагом к созданию активного гражданского общества. Таким образом, инициативные группы и местное самоуправление продолжают работать над созданием комфортной и безопасной среды для всех жителей. А это способствует повышению общественного единства и развитию сельского поселения в целом.